Слушай, Олег, ну дело в том, что помимо одной легенды, есть вопрос у тебя к тебе от другой легенды. Давайте поприветствуем Зулузинию, легенда Прайда, легенда всего, что можно. Зулу Камхи. Что думаешь по поводу боя? Queria agradecer primeiramente o pessoal da Rússia. Estão de parabéns por esse grande evento. Я бы хотел поблагодарить россиян, Россию, потому что, что меня пригласили сюда, и это мероприятие. Федор, спасибо. Como os meus irmãos brasileiros estão lutando aqui, né, и hoje não tivemos a felicidade de ganhar, hoje eu queria fazer o desafio com o grande atleta aqui. Бокс com luva de MMA, se ele aceitar. Я сегодня видел, что как мои соотечественники проигрывают, бразильцы, к сожалению. Олег, поэтому я вызываю тебя на бой. Ты можешь выбрать бокс или перчатки ММА. Что тебе больше нравится? По правилам ММА или в перчатках? В перчатках или по правилам ММА? Regra de boxe. Boxe, né? По боксу? Ну, как бы я скрытый боксер, поэтому можно побоксировать. Да, да, да. Окей. Так давай сделаем тогда face-to-face на всякий случай. Face-to-face на всякий случай сделаем тогда. Не на всякий случай, а скорее всего мы так и сделаем, я думаю, в ближайшее время. А Антонио будет между ними. Только без драк давайте, потому что и так тут тяжеловато. Спасибо большое!